Привет, придурки! Ячи, блин. По-русски научись, говорите нам. Понаехали к нам белокаменную. Москвичами по-русски надо. Не-не-не, я петь не буду. Не-не-не, боже упаси, не-не. Не-не-не, я петь не буду, не-не-не. Я сейчас пью антибиотики мне. Нельзя, не-не. Не-не-не, боже упаси. Тебя бабушка кормила? Нет. А мама кормила? Нет. А в игрушки играла? Нет. И что, вообще не играли с тобой? Нет. Блинов хочу со сметаной. Так, вы что сделали с кошкой? Кошка моя очень злой был, совсем злой на чайника. Не человек совсем была кошка. Где кошка? Блять, они меня вывели в такую холодрыгу. Лапки мерзнут, попка мерзнет. Да ну вас, короче, я сваливаю. Это откуда это к нам? Такого красивого дяденьку замело. Или что забыл? Зачем мы здесь? Предчувствие у меня плохое. Атмосфера здесь гнетущая. Вы купили новые сапоги, Вера? Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится? Очень вызывающие. Да. Ведь я бы такие не взяла. Значит, хорошие сапоги надо брать. Что ты плачешь? Я хочу вина. Вина хочешь? Да. У нас сок есть. Будешь сок? Нет, я не хочу. А что ты хочешь? Я хочу вина. Так вино нельзя маленьким детям. А я обожаю.